Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировчане повторно оплачивают Куприту покупку мусоровозов. Приобретение транспорта включено в тариф на услуги по обращению с ТКО за 2 года, так называемой реформы чистоты. На мусоровозы ушло 490 миллионов рублей, рассказал общественник Константин Сечихин в нашем эфире. По его словам, технику передали подрядчикам рекоператора, а с 2021 года, когда контракт с ними перестал действовать, забрать не смогли, потому что этого не было предусмотрено документами. Сейчас Куприт снова покупает транспорт, используют для этого деньги кировчан. Пропасть могут и 500 миллионов, которые взяты из средств жителей региона на создание полигона в Осинцах, поскольку мусор туда не вывозят. Общественники написали жалобу в прокуратуру с просьбой изучить действия чиновников, которые принимали все эти решения. Программа «Экономика». Почта посчитала возвраты покупок в интернет-магазины. Ежемесячно в среднем 220 жителей Кировской области возвращают товар, купленный на Алиэкспресс, Озоне, H&M и на других площадках с помощью бесплатного сервиса, когда оплачивается только упаковка товара. За прошедший год им воспользовались почти 2700 жителей Кировской области. Пик пришелся на декабрь, самый активный месяц сезона распродаж. Помимо российских и международных интернет-магазинов, возврат через почту поддерживают более 20 компаний Кировской области. В прошлом году им вернули 1500 товаров. Экономика на 101 FM. УЦМ заканчивает реализацию инвестпроекта на 230 миллионов рублей. Программа была запущена в 2013 году. Последний ее объект – установка новой печи. Ввести ее в эксплуатацию планируют в конце марта 2021. Проект реализован в кооперации с кировскими и чешскими предприятиями. До этого на протяжении 6 лет УЦМ реализовывал другую инвестиционную программу с вложениями более 1 миллиарда рублей. По итогам 2020 года объем выпуска продукции на кировском предприятии составил 9 миллиардов рублей, плюс 3% к уровню 2019 года. Экономика. В завершение валютах на сегодня доллар стоит 74 рубля 58 копеек, официальный евро 89,57. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.